Я приветствую всех и каждого, с вами Бадди. Мы проходим Risen 2. Я не играл около недели, поэтому, честно говоря, маленько упустил ситуацию из рук. Помню так отчетливо, что мы на букве Марахткай, здесь в племени помогаем кому-то занять пост главы, да? Так сказать, предводителя этого племени, зелено-первых лобиков. По порядку давайте будем все делать. Помню, что мы здесь все изучили, как я показалось, набрали заданий. И теперь, если опять же память мне не изменяет, нам с вами нужно вместе с пареньком пойти в логово Черной Пантеры. Это ты? Нет, это не ты. Ялла. Да, вот именно он. А где ты спишь, что ли? Где-то здесь же он должен быть. Я тебя вижу. Мой друг. Ты? Да, пойдем. Я готов. Пойдем быстрее, пока Заалу ничего не заметил. Хорошо. Иди за мной. Если я не ошибаюсь, он приведет меня прямиком куда-то вот сюда. Отлично. Мы в этой территории еще не были, поэтому мы методично эту территорию сейчас будем зачищать с вами. Параллельно выполняя какие-то задания. Еще, если память не изменяет, в этом озере аллигатор, который нужно убить. Ты! Кто, я? Да, я тебя знаю. Ты тот, кто живет между мирами. Ты искатель, так ведь? Говори! Так. Я хочу попасть в деревню маракайцев. Я из нее только что вышел, дурачок. Тогда ты пришел по адресу. Где босс этого места? Поговори с Чакой Дату или с этим Кориентосом, если хочешь. Но не забывай, что бы ты ни делал, это нас не спасет. Рано или поздно мы сгинем. Я видел это в своих видениях. Забавно такой персонажик, да? Что за чушь ты несешь? Нетривиальный для Ризен. Мои видения очень правдивые. Со мной говорят Тивы. Они открыли мне твое лицо. А я думал, что я сумасшедший. Так ведь так и есть. Но немного иначе. Ты проклят. Ты потерянный. Что именно ты видел? Темную красоту. Зло. Я видел, как оно тебя жрет и перемалывает, как крысу. Ты говоришь о Маре. Я говорю о том дне, когда все живое исчезнет с лица земли. И ты там тоже есть, разве не прекрасно? Ничего так. Я так и не понимаю, почему некоторые диалоги не переведены. Ты... Да вроде... То есть с ним больше ничего сделать нельзя. Так, придется отвлечься. Так, продолжаем, идем. Мы идем. Вместе мы идем с нашими друзьями, нападаем пантере и... Потом станет он вождем, а я стану крутым. Хей-хей. Так, для начала мы завалим все-таки крокодила. Я бы хотел эту территорию зачищать методично, как мы с вами это любим делать. Так. Ну, такие пустые вот нам попали жемчужинки. Вернее, их отсутствие. Так. Крокодил! Я пришел за тобой, крокодайл. Эй, крокодайл. Where are you, my dear friend, крокодайл? I want to see you and kill you a little bit. Оу, е-е-е. Так, я уже забыл управление, честно говоря. Ну, вроде как вспоминаю. Красиво, убили его мы. И можно квест уже, в принципе, издавать. Мы здесь были с вами относительно недавно. Так, квест даем вот этому пареньку. С монстром в озере покончено. Тавонго Гучо, ты очень помог нам. Теперь мы, наконец, можем снова рыбачить. Вот, это тебе в награду за то, что ты сделал. Так, что он мне дал? Карта сокровищ, ну-ка. Что за карта сокровищ? Скрытой долине, вот. О, блин, придется возвращаться. Ну ладно, сбегаем как-нибудь в другой раз, а пока пошли зачищать эту территорию, потихоньку приближаясь
тому пареньку, который приведет нас к пантере, к ее пещере. Главное углубиться в нашей вере, что мы ее победим. Пантеру же, конечно, не пещеру. Так, собираем травки здесь. В принципе, знаете, что больше всего мне нравится в этой игре? Ну и во многих проектах тоже. Когда ты попадаешь на новую локацию, я, по-моему, не раз об этом уже говорил, да, то есть все кажется таким враждебным, не знаешь, куда идти, что делать. А уже со временем, когда побегаешь здесь, она становится какой-то родной, ты примерно представляешь ее строение, да, особенно когда карта есть, когда уже большая часть зачищена, прям реально испытываешь какое-то такое уютное чувство в игре. Так, а это еще один храм получается у нас, где нужно идола положить. Помните задание от того зубастого паренька? Здоровенного, накачанного, анаболичного, который сказал мне, иди и принеси мне 85 идолов, иначе я тебя убивать буду немножко. Больно. Так, здесь у нас что? Так, ты со мной, Вентуру? Эйс Вентуру. Так, что-то там лежат трупы. Плохо это может быть. Здесь полно трупов, аборигенов и белых людей. Странно, что на них нет никакой одежды. Так, и что вы мне предлагаете сделать? Кроме того, не хотелось бы быть в его шкуре. Крысу. Давай не следовать. Хотелось бы. Ну, теперь каждому будешь да, говорить. Да, бывает их. Ладно, давайте теперь проводить расследование. Это дело для Элькура Пуаро. В моем лице. Проходим. Так, рычаг. Кто-то дерется со мной? Воу! Вентура, ты глазастый, я их не видел. Кстати, мне тут написали, что можно, оказывается, держа в руках ружье, уркаться. Только это не получается. А, вот, получается, да? Получается, все, все верно. Я это обычно пробелом куркаюсь, а в ESD тоже можно. Ну, спасибо тебе, паренек. Так, ну где вы? Только не в момент, когда целишься, конечно. Не в момент прицеливания. В момент. Именно когда с ружьем. Работаем, Вентура, работаем ружьями. Пещерные ночницы тут всех завалили. Такой смерти я и злейшему врагу не пожелал бы. Отличненько. Так, что ж у нас с управлением? Кругом трупы. Не хотелось бы быть в его шкуре. Ну, может быть, какую-нибудь новую фразу скажешь? А? Кстати, мы там с вами рычаг видели. Давайте сначала здесь все обыщем, потом уже дернем рычаг. Так, ну здесь кроме сокровищ ничего такого, что обратило бы... наше с вами внимание. Не хотелось. Да понял я, что не хочешь что умирать. Не хотелось. Да понял я это. Какой же ты надоедливый. Мой безымянный герой. Так, что-то я сюда могу поставить. Это хорошо? Да, открылась еще одна дверь. Но закрылась эта. А что там за рычаг? Почему я его не дернул? Ну, ладно, давайте сбегаем, потом уже проверим. А, все, понял. Это выход. А это что? Все, понял. Это не прикольно. Они меня тут заперли. Я надеюсь, рычаг-то я могу дернуть еще раз. Ну и что, мне оставлять здесь это выдало, нет? По идее, да, это же один из четырех храмов. Раз, два, три, если я не ошибаюсь. И четвертый где-то мы здесь встречали. Ну, давайте оставим, но... я просто не уверен. Забирать, не забирать. Ладно, давайте оставим. Если что, я знаю, где его взять. Так, ну все, выходим. В принципе, ничего здесь больше интересного не было. Насколько я понял. Я, по-моему, только одну маску находил, ее я здесь и оставил, получается. Так. Теперь давайте искать нашего друга-индейца.
Следуй за мной. Следуй за тобой. Залу действительно остался в деревне. Да, но это ненадолго. Ты прав. Вперед в джунгли. За мной. Давай, за тобой, так за тобой. Только там впереди обезьяны. Яла! Мне явно будут драться. Так, правда, мне придется отвлечься. Так, продолжаем. Помогаем нашему товарищу по оружию. Неплохо мы их расстреляли. О, давно у нас не было термитов, честно говоря. Так, куда у нас ведет та область? Пошли-ка сбегаем в нее, зачистим ее. Я прикрою тебе спину еще. Спасибо, Вентура, прикрыл меня в момент, когда мне пришлось перезаряжаться. Так, вот здесь что у нас за область? Такая-то закрытая территория такая. Собрал такой аппендикс. Да, еще один храм. В принципе, как я и думал. Очень полезное оружие. Вместе с Вентура мы очень легко с ними разберемся. Отлично. Так, сюда я могу пройти? Есть ли что-то здесь интересное? Нет, да? Ладно, пошли внутрь храма. У нас такая получается немножко храмовая серия, но храмы не глубокие. Я так понимаю, сюда тоже нужно положить эту маску. Но жалко, что у меня ее нету. Ладно, по крайней мере, мы ее зачистим. И будем про нее знать. Держись, я иду. Хорошо. Работаем слаженно по очереди. Отлично. Прям мне нравится. Не зря я взял Вентуру с собой. Не зря. Так, что тут предлагает мне этот храмчик? Вижу. Я взял дробовик, потому что близкое расстояние будет намного удобнее, как мне кажется. Кстати говоря, ты знаешь, о чем я сейчас задумал? Я же там какие-то ружья покупал новые, я все поменял? Я же не забыл? Ух, как у меня пистолетов. Надо бы их продать. Так, ружье у меня одно, нет? Дай мне бы. Так, у меня то ружье, не то? Да, видимо, то. Ты не мог я не поменять, это что ж, я совсем дурачок, что ли? Так. Что у нас тут? Ой! Бля, успел. Чисто на реакции, ребята, чисто на реакции. Так, взял с него золотую маску, отлично. Держись, я иду. Здесь же получается и положительно, да? Отлично. Давайте ее... Нет, давайте сначала не будем ставить, сначала посмотрим, что мы можем здесь уже взять, посмотреть. Лапа ягуара какую-то взяли. А, это, видимо, легендарный предмет, все, понял. Понял, лапа ягуара вам. Давайте сначала очистим саркофага. Очень удобно, да, что маска лежит в том же склепе, где тебе нужно ее поставить. Очень удобно. Позаботились обо мне. Чаша, чуть не пропустил. Кстати, мог где-нибудь в другом подобном месте ее пропустить. Давайте поставим на алтарь. Получается, две из трех уже поставили. Мы уже красавцы. Что-нибудь открылось? Ну, что-то ничего не открылось-то. Ну, в смысле, закрылось то, что мы уже зачистили. Но лучше нам от этого не стало. Ладно, по крайней мере, маска на месте. И я рад, что мне сюда уже не нужно будет возвращаться. Beautiful! Прям дальше. Так, 2 из 4, да? Ну, еще получается, судя по карте, у нас еще вот храмчик будет. А где тут, если честно говоря, я уже не помню. Здесь? А, вот он, да. Нам, кстати, нужно еще вот сюда вернуться с вами и решить квест с этим одноногим. Он дезертировал. Нам с ним нужно поговорить или кончить его, или каким-то образом с ним добазлаться до решения проблемы. Мне в любом случае без разницы, кончать его, не кончать. Главное, чтобы квест был решен. Квест был решен, слава получена. Так, давайте посмотрим, куда меня приведет мой друг.
Потом пойдем уже методом от противного. Мы идем. Ты умеешь констатировать Капо, факт. Рака. Какой-то язык у них маленько непонятный. Рака, сакарака какой-то. Прям как фристайл, рака-рака, микрофон. Что-то наподобие того. Так, давайте в это место изучим, потом к нему вернемся. Здесь какие-то руины непонятного порядка. Отсюда я вышел, получается, да? Так, если я пойду сюда, все понял. Все понял. Сундучок могу взломать. Что-то я отвык, это говорил, реально около недели не играл, и прям такое ощущение, что очень давно не играл. Так, здесь мы упираемся, получается. Так, здесь что-то есть? Эти грибы можно собирать, нет? Может, какие-нибудь геройские грибы. Сундучков что-то куча просто. Взламывается легко, это хорошо. Кольцо душ. Ну, это ритуал, это мне не особо надо. Кстати, у нас сейчас какое кольцо одето? Давайте-ка проверим. Кольцо клинков, воровство плюс 20. Мне нужно кольцо подмастерья, скорее всего, чтобы получать бонус к славе. Да, мне надо будет найти какого-нибудь продавца в ближайшее время. Чтобы продавать мне что-то и ружья, и пистолетов там куча. Нужных и ненужных. Хорошо, возвращаемся. Значит, получается, мы до этой точки дошли, да? Возвращаемся к моему хохлатому дорогу. И идем по его заданию, связанному с пантерой. Это явно у нас еще не последнее с ним задание. Так, вон там наверх можно слазить. Ты меня куда поведешь? Следуй за мной. Да я тут уже все изучил, пока следовал за тобой. Так, ты меня поведешь прямо, да? Яла! Так, до этого места я знаю дорогу, но не дальше. Хм, что ты знаешь о черном охотнике? Это хищный зверь, быстрый и опасный. Когда он не охотится, он прячется в пещерах. В пещерах? Вот где можно поискать. Чи, дальше на восток есть одна пещера. Быстрее, сюда! Давай, ты сюда, а я сюда. Проверю вот эти мои любимые лесенки. В одной из серий я на них наползался, в одной из недавних серий, что называется, до усрачки. Просто у него должны быть руки и спина накачанная. Прям как у меня. Так. Это что за огненный перец? О! О, я знаю, что такое огненный перец. Это же для квеста мне нужно. Так, я не против, если у вас огненного перца на тыбре тут. Так, мне еще один нужен. Так, курица из земли. Ты просто оказалась не в то время, не в том месте. Так, Капа Гучо, смотри, где ходишь. Что? Большинство растений, по которым ты бегаешь, можно есть. Тебе не страшно здесь совсем одному? А чего мне бояться? А как же пираты или дикие животные? Я уже ребенком в джунглях собирала растения. Тивы защитят меня. Хм, какое доверие. А ты разве не веришь, что тебя кто-то защищает? Меня защищает мое оружие. Что ты собираешь тут целый день? Семена растений и фрукты, которые мы размалываем. Иногда я ищу особенные растения или травки для Джамилии. Она знает все рецепты наших предков. Я ее Халима, ее помощь. Я говорил с Джамилией. И что она говорит? Теперь я должен набрать для нее огненного перца. Хорошо. Вот я нашла один. Бери. Отлично, в сумме 4, очень удачно. Так, я надеюсь, это не твой сундук, и ты не обидишься, что я его взламываю. Хотя мы с тобой вопрос уже решили. Так, забираем. Так, курица, я не могу же я тебя оставить живых, когда твоего братишку завалил. Так, гриппуку. И вот такое вот интересное отделение. Чтобы собрать всего лишь квиюн. Ладно, получается, это все, что мы тут нашли. Причем я могу спуститься, насколько я понимаю, вот здесь. Соответственно,
Отсюда попаду сразу к моему другу, да. Все верно. Так, вон там у нас уже ждут огненные птицы. Мы идем. Идем, идем, не паникуем. Особенно хорошо иметь двух товарищей, можно издалека всех расстреливать, а не париться вообще. Слушай, они на меня атакуют, а вот так атаку пытаются произвести, хотел я сказать. Отлично. Именно, друг, именно это я и хотел сказать. И ракотонка. Так, вон та самая пещера, и мы, в принципе, до нее уже скоро дойдем. Яла. Так, и там надо не забыть, что у нас есть еще сокровище. Его нужно собрать. Ну, тяжело будет пропустить большой крестик красный. Так, ну что, с пантерой, скорее всего, придется нам ружьем драться, мне так кажется. Ну, вот с этими пареньками точно. Ну, кто там стрелять-то будет, то нет? Че ждем-то? Я жду, когда они стрельнут. И прикончит его, чтобы было эпично, красиво, что я типа смотрю опасности в лицо, и он умирает перед моими глазами. Они что-то не стреляют, они стреляют, сволочи. Так, пещера. Здесь будет нам с вами темновато. Факел зажигать пока не вижу смысла, но если дальше будет так темно, то, наверное, придется нам его зажечь. Так, сундук. А почему 67? А кольцо снял я, да? Но в любом случае нам нужно... Нам нужно открыть этот сундук, потому что возвращаться сюда я не планировал. Значит, придется выпить нам эссенцию вора. Так, эти замки очень неприятно взламываются. Раз, два, три, четыре, нет. Не понял юмора. Теперь примерно понял. А вот здесь дальше уже. А вот здесь наугад. Отлично. Было бы обидно, если бы сбросилось, пришлось бы заново все проделать, всю комбинацию. Так, кожевенное масло, постоянное действие, это хорошо. Запугивание плюс 13, золото, факелы и ритуал. Но здесь все завязано на этом ритуале. Для тех, кто выбрал сторону Вуду, да, сторону племени Шаганубби, наверное, идеально. А вот и сокровище, о котором мы с вами говорили. Посмотрим, что оно нам готовит, это сокровище пещеры пантеры. Пантеры пещеры. Пещеры пантеры. Ну, быстрее копай, друг. Я уже так много часто видел эту анимацию, что уже она меня не удивляет своей пафосностью и своей чертовски эпичностью. Тяжело. Так. Ну? Много всего, что можно продать, это хорошо. Не зря же оно называется сокровище. Вообще руда. Подожди, а где пантера-то? Пещера что, уже закончилась? Ладно, сейчас разберемся. Может, ночью сюда надо приходить? Получается, что да, скорее всего. Получается, что да. Давайте сразу, чтобы потом не забыть, съедим с вами вот эту призрачную эссенцию. Нет, это не то. Орлиный глаз, вот мушкеты, ружья, пистолеты. Могильный корень, черная магия. Ну, съедим, хотя нам это особо не надо. Я какую-то взял же штуку, которую... Вот, кожевенное масло. Отлично. Так, ладно, значит, выходим, и, скорее всего, он заключит вывод, что надо прийти сюда ночью. Ну, мне так кажется, было бы логично, по крайней мере. А может, мне он его сожрал, сейчас бы на улице, вот было бы прикольно. Следуй за мной! В смысле? Смотри, вон пещера. Отлично, теперь мы знаем, что уж пещеру-то ты можешь выследить. Ты пойдешь внутрь, Гучо. А я подожду здесь.
Поистине, у твоего народа скоро будет храбрый и бесстрашный вождь. Ты выманишь тварь, а я метну в нее копье и убью. Когда тварь будет мертва, мы вместе устроим бамбуля. Вряд ли мне понравится, если я узнаю, что это такое. Капо, будь осторожен. Бамбуля — это что у них, какая-то оргия какая-то местная? Ладно, я в этой пещере хоть и был, но это все-таки игра, и мы знаем, здесь очень много условностей. Я не поговорил с ним, поэтому не смог увидеть там пантеру. Теперь смотрите, прекрасным образом мы заходим сюда, и она тут появляется. Где пантера? Вот и пантера. Ну так что, мне ее убивать или выманить? Так, давайте выманиваем его. Выманиваем, говорю. Вентура, только не завали, а то вождь у нас обидится. Иди сюда. Где ты? Вентура, пойдем, она за нами должна. Вентура, ну ты вообще, ну некрасиво же, он же должен был всех убить. Ладно, видимо, придется нам сказать в племени, что это убил он. Ну, будет наша маленькая ложь, наш маленький секрет. Главное, чтобы он был не против. Черный охотник мертв. Молодец. Тогда забери его лапу. Вот его лапа. Это ты хорошо сделал. Теперь я в тебе уверен. Не вопрос. Ну тогда продолжим, да? Чи, иди к Дату. Пускай он даст тебе следующее задание. Хорошо, тогда приведи меня обратно в деревню, пока я не заблудился. Чи, ступай за мной. Ладно, добежим с ним, хотя я хотел, наверное, поторопился, нужно было его отправить туда, саму переместиться быстрым перемещением. Ну, вы увидите уже, как я туда добегу. Нам там, кстати, надо много квестов сдать. И когда мы уже там закончим, мы возьмем новое задание, посмотрим, куда оно нас приведет. Уже пойдем зачищать вот эту территорию. Она хоть и небольшая, но зачистить ее надо. Ну вот, мы вернулись. Наша деревня вверх по тропе. Твой скромный хальмак благодарит могучего Хакеки за то, что тот провел его через джунгли. Чи! Так, ну ладно, раз он мне не отдает туда внутрь, поэтому мы сразу пойдем зачищать вот эту территорию. Пошли. Тем более, что у нас там еще один храм. А потом уже вокруг вернемся в деревню, и там уже сдадим все квесты и будем брать новые. Уже будем знакомы с территорией, что да как. Возможно, даже добежим сюда. Тем более, что вход... Да, здесь сокровище одно закопаем. То есть, будем действовать логистически рационально. Так, а я что, этих обезьянов не валю? Я прикрою тебе спину. Хорошо, мы с Вентурой отработаем просто как часики. Тик-так, тик-так, тик-так. Так, подожди. Вот с этой я разговаривал? Я там был? Чё-то я заплутал. Нет, здесь я не был, это однозначно. Однозначно я не был. Не с места, Гучо. Катаупи. Теперь-то что происходит? Расслабься, я не из команды Гарсии. Гучо, вы все одинаковые. Вы просите о доверии, а сами набиваете карманы нашим золотом. Да я ничего тебе не сделаю. А что ты вообще тут делаешь? Пираты грабят наши гробницы. Их слишком много для рака, для боя. Но я наблюдаю за ними. Дай-ка я посмотрю на этих пиратов. Капо оно бамбуле. Что? Смотри, не лезь в неприятности. Я разберусь. Меня прислала твоя жена Дара. Она хочет, чтобы ты пошел домой. Я не уйду, пока тут грабители. А что пиратам понадобилось в гробницах? Все, что сделано из золота или что блестит. К счастью, они часто оставляют свою добычу без присмотра. Мне удалось тайком утянуть у них кое-что. А, это интересно. Неплохо я у него своровал, ребят.
Так, чему можешь? Ты можешь меня научить? Он обучу. Не смогу, пока пираты на... Все, понял, потом научишь, да? Ладно, тогда пошли сразу в гробницу, закончим вопрос с этим. Возможно, даже маску туда поставим, и тогда будет вообще замечательно. Я тебя на ремни порежу. Давайте приведем его к этому пареньку, он нам поможет в этом деле. Давай, иди работай. Дробь. Вы видели? Это было забавно. Более чем. Я у него могильное дело собрал. Хорошо, что он вообще далеко не улетел, а то бы у меня квест повис. И третий. Отлично, квест выполнили. Золотой маски я ни с кого не собрал, да? Ну ладно, еще будет, наверное, возможность такая. Так, есть ли что пожарить у меня? Да, есть. Лады, давайте выходить. Вернее, заходить. Сундучок могу взломать. Надо, кстати, кольцо поменять. Так, ну, все вещи полезные. Давайте оденем обратно кольцо подмастерья. Ну так, славу пока зарабатываем на прокачку. Славу на прокачку, что называется. Экзибит, прокачай мою славу. Так, Вентура, ты со мной? Я без тебя уже как-то стрёмно. Я так. Лучше останусь здесь. Ты красавчик вообще, ты просто красавчик. Просто красавелла, брат. Чё ты останешься здесь-то? Пойдешь, пошли со мной, секунд. Там что-то страшное туда. Чё, не пойдешь что ли? Ха, вот и снова я. О? Я лучше останусь здесь. Все понял. Ты не хочешь, да? Ладно, пойдем. Слишком тесно. Ладно, у нас получится. Главная интрига с уроном или без? Без урона. Детки, я завалил. Его смачненько. Так, статуэтка. Чаша. Так, Азгуля, все собрал ли я? Все собрал ли я? Пошли дальше. Че, еще гули есть? Гули мои гули. Ую. Какой-то страшный дядька. Так, маску получил, отлично. Говорю, по-моему, со мной драться хочет. Ребзя, по-моему, я в попе полной. Че ты дерешься со мной? Блять. Отлично. Че ты дерешься? Я ж судя за тебя, я маски-то какого хрена собираю, дружище, блин. Логика, где твоя? Ладно, пока его маленько покусаем. Ладно, это будет больше, чем с гулем. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. Мы вышли из бухты. Эй, блин. Чуть не отхватил по хребту. Так, еще разик. Нет, еще два. Отлично. Какого фига ты на меня напал-то, дружище? Я вроде разговаривал с таким же, или с тобой, или с таким же, как ты. И вроде как мы обозвались до успешного развития событий. Блять! Да что ж так пугать-то, ёшкины матрёшки? Я прям честно напугался, ребята. Наверное, чисто на реакции, что называется, передернул пробел. Так, ну тут по изумрудам. Я так понимаю, не последний страж, который к нам тут встретится. Так, что-то мне как-то и напрягся, мне это не нравится. Я был на таком расслабоне, а тут что-то я сейчас поднапрягся. Отхватил. Отлично.
Ну, с ними попроще. С этими пареньками. Так, ну алтарь поставить надо мне сюда. И, соответственно, выйду где-то возле Вентура, по идее. Ой, я квест выполнил. Алтари восстановлены, спасибо тебе, чужеземец. Какого хрена на меня нападали? Вопрос, как два пальца. Теперь мы, наконец, сможем отправиться в царство мертвых и найти там заслуженный отдых. Ты сослужил народу маракайцев большую службу. О, отлично, меня там еще и в деревне наградят. Ага, конечно. Пока. Отлично, квест выполнили. Я забыл, что там, где мы с ним разговаривали, в принципе, уже, получается, алтарь стоял, да? Ладно, тем лучше для меня. Так, перепрыгну, не перепрыгну. Перепрыгну. Пошли. Вот и снова я. Отлично. Ты просто отличный друг. Ты просто так мне помог хорошо. Ну что ж, давайте на этом эту серию закончим. Она была весьма продуктивная. Мы выполнили несколько квестов. Важных таких вот, ну, связанных с собирательством каких-то предметов. Они обычно самые такие неприятные. Но, как я уже говорил, если просто ходить зачищать локации, то квесты выполняются как орешки сами по собой. Все, давайте на этом серию закончим. Увидимся завтра. У нас еще работа «Непочатый край» в бухте Маракай. Будем это... Работа «Непочатый край» в бухте Маракай. Эти треки я беру с... Ладно, все, пока. Пока.